Сегодня в школах города стартовала 27-я городская научная конференция учащихся. Школьный научный форум завершится 26 марта. Ученики с 8 по 11 класс представляют свои научно-исследовательские работы в 8 тематических секциях. Всего будет рассмотрено и оценено 67 докладов учеников школ Магадана и области. Судействуют преподаватели Северо-Восточного государственного университета, ученые Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института и Института биологических проблем Севера. В этом году мы все-таки проводим конференцию и проводим ее в очном формате, но немножечко меняем схему дислокации. То есть обычно мы проводили на базе лицея эколого-биологического, это родоначальник этой конференции. Ни один год мы не изменяли этому принципу, и всегда на базе лицея эколого-биологического собирались самые пытливые, молодые умы школьников, которые и участвовали в научной конференции. Ну, вот так случилось в этом году, что фактически 8 школ города задействованы в проведении этой конференции. И в зависимости от того, какая секция у ребенка, они работают вот на разных учреждениях города. Вот здесь, в 18-й школе, проходит литературоведческая секция, и в ней принимают участие 10 молодых ученых, так их назовем. Участников конференции поздравил с ее открытием и Юрий Казетов. Сегодня открывается 27-я научная конференция школьников. Это своеобразный праздник науки. Вы, ребята, будете демонстрировать результаты вашего самостоятельного поиска в решении определенных задач, плоды вашей исследовательской работы в различных науках. Желаю вам, в первую очередь, конечно, хорошего настроения, удачи, успехов в учебе и максимально реализовать себя в вашей научной деятельности. В завершение конференции все ее участники получат подарки и дипломы за участие. Лучшие доклады попадут на региональную научно-практическую конференцию студенческой и учащейся молодежи.